Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Я нахожусь на своей родной планете Декартланд, в игре Спор, естественно. И, судя по данным разведки, Гроксы занимают территорию неподалеку от центра галактики. Двигайся в этом направлении и найдешь их, если, конечно, они не найдут тебя первыми. Галактика кишит какими-то Гроксами. И надо найти Гроксов. И нужно идти к центру галактики. У меня всего один вопрос, как я туда долечу. Мне для этого нужно таким движком, наверное, обладать, чтобы летать между этими... Так, что тут можно? Генератор, тепловой луч, погоди. Малый луч счастья, ледяная комета, луч холода, хранилище пряности, малый автобластер, ракета, призыв, мини-импульс, массовый ремонт, большой запас прочего. Вот, межзвездный двигатель 3. Увеличивает дальность полета космического корабля. Вот это мне, наверное, надо купить в таком случае. Я покупаю это, потому что если я это не куплю, то каким хреном я буду путешествовать аж к центру галактики? А центр галактики находится аж вот в жопе в какой? Вот он где-то здесь. То есть надо куда-то сюда лететь, лететь, лететь. И я, в принципе, во-первых, сохранюсь, потому что я как-то в прошлой серии даже этого и не сделал, надо признать. А во-вторых, да, сохранившись, я, наверное, попробую сейчас туда долететь. Я не знаю, получится ли у меня это вообще. То есть, честно говоря. Может быть, я остановлюсь на первом же каком-нибудь... Вот... Вот на первом же остановлюсь, да, судя по всему, к этому все идет. Ну, я все-таки попытаюсь. Я попытаюсь, может быть, я найду тут какую-то разумную жизнь, которая поможет мне немного. То есть, поможет в каком плане? Я рассчитываю на то, что меня хотя бы будут по дороге... Да как же это сделать? А, ну только если через эти звезды, аж вот так лететь, да? Ну, давай попробуем. То есть, мне, в принципе, как раз на моей родной планете выдали такое задание. То есть, я могу считать это задание основным. Сейчас вот я пообщаюсь с этими типами. Они меня подзарядят, наверное. Да, вон у меня двигатель там уже на исходе совершенно. Борн. Империя Башкопальм какие-то. Великий совет, и мы, Империя Башкопальм, приветствуем тебя. Нам очень приятно познакомиться с другим разумным видом. Можно увидеть твои документы и краткую характеристику. Большая честь. Подзарядка, ремонт. Отлично. Торговля. Что у вас можно купить? Межзвездный двигатель 4 увеличивает дальность... Ах, блин. Ну-ка, давай-ка я вот это тебе продам. Я не знаю, покупать ли мне этот межзвездный двигатель 4, откровенно говоря. Это я капец как разбрасываюсь баблом тогда получается. Он же стоит, блин, 375 тысяч. Ладно, пока обойдусь без него. Пока просто полечу. Пока пооткрываю новые какие-то звезды. Почему бы и нет? Я все время в той толкучке нахожусь. Все время где-то там провожу свое свободное время. Надо хоть раз куда-то полететь и подальше значительно попробовать. Давай, может быть, я и с межзвездным двигателем третьего уровня неплохо справлюсь. Вот сейчас так, сюда, сюда, теперь сюда. А теперь... Давай, 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 давай. О, отлично, он уже туда летит вовсю. Вовсю туда летит. Гроксов надо искать. Они обитают где-то, говорит, в центре. А где-то... Так, смотрим вообще. Сюда... Здесь есть какая-то тропинка, которая меня приведет? Да, вот можно вот по вот этим вот звездам. По вот этим звездам лететь. Опять очень-очень быстро прям... Прям очень быстро у него заканчивается это срань. Что это? Что это такое? Какой-то... Что за дьявольщина? Ух, елки! Вот это красота! Мать его! Так, и что с этим делать, Эдди? Что делать с этим, Эдди? Найден редкий галактический объект. Я могу его всосать? Нет, не могу. Я просто могу на это посмотреть. И я скажу, оно того стоит. Я ради только вот этого стоило лететь. Это было действительно очень красиво. Но тут где-то разумная жизнь какая-нибудь есть или нет? У меня сейчас там двигатель совсем... Черт. О! Хорошо. Так, подзаряди-ка меня. На планете Никлена. Так, какие-то тоже чуваки, я их не знаю. Здравствуй, долгожданный посетитель. Пожалуйста, предъяви свои документы и все необходимые бумаги. Боже, большая честь. Подзарядка, хорошо. Ну какая тут дипломатия-то может быть? Я как бы только задание должен их выполнять. Для того, чтобы... Что это должно означать сейчас? Если я буду останавливаться и выполнять задание, то я не попаду в центр галактики. И даже рядом не попаду, мне кажется. А мне вот очень хочется, честно говоря. Мне это мне действительно интересно. Мне не интересно в 100-тысячный раз искать какие-то сраные растения и сканировать флору и фауну. Я бы вот именно хотел... Не, вот здесь вот я зря поверху пошел. Зря я поверху пошел. Надо понизу было идти. Ничего, разберусь. Вот сейчас вот я реально чувствую,
Вот я реально чувствую, что это какое-то, ну как, приключение, что ли, не знаю, как сказать. То есть мне реально интересно туда попасть, реально интересно добраться. Так, там кто-то, смотри-ка. Похоже, твой корабль оказался в наших владениях нечаянно. Великий совет надеется на взаимовыгодное сотрудничество. Блин, да, кстати, надо бы. У меня там, оказывается, уже все просралось. Блин, я вообще, он... Как-то он хреново летает, этот кораблик мой, надо признать. Давай, так. Большая честь, подзарядка. Торговля. Продать им ничего нельзя. Но надо где-то по ходу дела раздобывать, наверное, бабло. Хотя, с другой стороны, как я уже продвинулся к центру галактики? Я был здесь, стал здесь. То есть я вот сейчас вот так вот и... Мне хватит этих денег на космические перелеты в любом случае. Приготовься пасть ниц перед мощью спория. То есть какие-то злобные черти вообще. А ну, я хотя бы на него... Но я хотя бы в контакт с ним войду, потому что если уж я вот совершаю все эти перелеты, то лучше хотя бы входить с ними в контакт, какое-то достижение потом дадут. Какой краснопузый, многоногий. На планете могущественной цивилизации. Животенье, проверим, кто ты. Это большая честь. Каковы твои намерения? Отвали. Намерения у меня вполне нормальные. Добраться до центра галактики. Я хочу узнать, что там. Так. Да-да-да, вот-вот-вот-вот, вот так, вот так, вот так. Значит, от одной планетки к другой буду лететь. Уже приближаюсь, в принципе. Сколько серия идет? 6 минут. Я думаю, когда серия будет идти минут так 25, я, наверное, уже окажусь где-то там. Так. Так, так, так. Тарам-тарам. Тарам-тарам. И я, кстати... О, есть, хорошо. Я как раз хотел сказать, что у меня небольшая паника, потому что кто меня сейчас лечить-то будет? Тиферик. Здравствуй, долгожданный посетитель. Предъяви все документы и необходимые бумаги. Это большая честь. Подзарядка. Так, здесь можно чего-то украсть. Я вот, наверное, этим я займусь. Вот так я, наверное, и буду добывать деньги. Единственный способ, которым я буду добывать деньги, я буду пытаться найти какой-нибудь артефакт. Чтобы хотя бы немного окупить свои затраты на... Бензин, грубо говоря. Вот и артефакт. Ну, бери его. Есть, хорошо. Только тут сейчас война начнется, по-моему. Так, один из пяти есть. Так, здравствуйте. Торговля 90 тысяч. Продать. Все. А он радуется. Он счастлив. Он счастлив тому, что я взял ему его же артефакт и продал. Хорошо, теперь я так понимаю, вот в ту сторону, да, мне? Я же правильно понимаю, что... Стоп, или... Тихо. Куда я... Не, вот так. Я куда-то не туда, по-моему, влетел. Сейчас, а как же... А как именно по этой спирали? Вот, то есть по вот этим вот звездам, да? То есть вот так. Ну-ка, давай. Потихоньку назад. Назад. Ну, примерно я представляю. Какой-то опять редкий объект. Ну-ка. Давай-ка редкий объект посетим. Да что ты творишь? Вот. Он так же выглядит? Да, в принципе, ничем особо не отличается, я понял. То есть их таких, наверное... Это что? Сейчас, стоп. Опять-таки, чтобы не запутаться. Да, вот получается, вот по этим звездам. Все правильно. Давай тихонечко. Сюда. Так, как-нибудь и доползу, наверное, туда. Так, ну, пока еще я... Не, стоп, зря. Очень зря я их пропустил. Опять-таки, как я и говорил, лучше входить со всеми в контакт. Какое-нибудь достижение дадут, разве плохо, не лишнее будет. Я Декарт, большая честь. Ну и подзаряжусь заодно, в принципе, почему бы и нет. Задание. Ищу? Нет, не ищу, ничего не получилось. Пора вернуться на планету Гетин, До сих пор мне пишут, что пора мне вернуться на планету. Так. Смотри, не так-то просто туда вообще долететь нужно. Блин. О, Калион. У этого объекта даже название какое-то прикольное есть. Куда это? Найден редкий на планете Мини-Хрюн. Ладно, Мини-Хрюн пусть все живет, я не против. Так. Так,
Так, вот. О, кто-то мне что-то сообщает. Говорят, наверное, заходи, гостем будешь, да, или что-нибудь в этом роде. Я пока не отклоняюсь особо от курса. Да, вверх давай. Кто-то тебя просит, разве, блин, понизу лететь? Так. Нет, пока особо не отклоняюсь. Господи, какая же... Какая же огромная эта галактика, мать ее, а? Какая же она гигантская. Так, я, кстати, тут не долетаю уже. Вообще-то. Ну ничего, зато. А что зато? А кто? А здесь типа долечу, там тоже может быть, наверное, будет какой-нибудь тупик для меня заготовлен. Черт возьми, а? О, есть, как вовремя, а? Как раз у меня на исходе все. Давай. Сейчас еще с этими войдем тоже. Сговор, соглашение. А они мне тоже кое-что продадут. Так, отлично. Красавец в каске какой-то, военный одноглазый тип. Так, теперь летим дальше, собственно, тут больше нечего добавить. Вот мне кажется, что сейчас уже можно, да, вот так вылетать и куда-то туда, да. И вот, я, кстати, уже довольно близок, надо признать, туда. Туда вот-вот попаду. И где-то там, близ центра галактики, находится... Кто он сказал? Какие-то сволочи, в общем, там находятся. Ну-ка, что это такое? Ух, черт побери. Так, понятно. А, кстати, может быть тут можно туда куда-то полететь, нет? Вот если поклацать. Не, он просто летает вокруг нее, ничего не происходит. Та-да-та-да-та-да. Ну, долго еще? Не, ну да, ну, в принципе, ну, еще, конечно, прилично, но, само собой... Что большую часть расстояния, по-моему, я уже преодолел. И, в принципе, с течением времени преодолеваю ее дальше и дальше. Вот, хотелось бы вон туда попасть. Так, стоп, как тут проще попасть вот в эту вот? Ага, через низ, да? Через низ нужно идти. Хорошо. Сейчас еще с этими теперь поговорю. Вы кто? О, вот я же говорил, дают достижения. Исследователь 3. 100 звездных систем. Разве я не молодец? Мирные намерения, большая честь. Давай, так. Как бы уже дали, мне даже смотреть не особо нужно за тем, как выглядит это чмо. Скорее всего, оно внешне чмо, я больше чем уверен. Они тут все такие красавцы. Как нехорошо я отозвался об инопланетных расах местных. Так. Сразу не попаду, да? Ну, хорошо, давай. О! При приближении к центру галактики становится очень трудно управлять космическим кораблем из-за воздействия различных магнитных полей и сил притяжения отдельных планет. Маршруты стали короче, чтобы повысить легкость управления. Значит, о, враги! Это вот те самые враги, о которых мне говорили, которые распоясались совсем. Он никуда не летит вообще. Это вот оно и есть, да? То, что все стало сложнее гораздо, да? А тут есть хотя бы друзья хоть какие-то? Или тут все только смерти мои? Гроксы объявляют вам войну, боже. Да, прибыл. Прибыл я, блин. Тут сраные гроксы просто не дают вообще покою. Ничего себе! Все враги. Одни сплошные враги. Так. О, что это? Что случилось? А у меня корабль сейчас гопнется окончательно. Ну, надо, я не знаю, надо что-то делать. Я что, должен по игре их всех убить, что ли? Что-то странное на радаре. Ну, на радаре город какой-то. Нормально они так размножились, эти гроксы, блин. Я не справлюсь с этим. Страшные гроксы, да? Возможно, это колония гроксов. Берегитесь, хладнокровные, очень жестокие существа. Обалдеть, да они меня уже пидорят вовсю. Ну, значит, придется мне, по-видимому, моему кораблику и... сдохнуть. А что делать? И начать где-то в самом начале, а? Но, с другой стороны, даже если будет именно так... Я не скажу, что я буду жалеть, потому что я все-таки получил исследовательскую премию за 100 найденных цивилизаций. Черт бы их побрал. Да, сюда мне лучше было не соваться.
получил столько повреждений, что был разрушен. Ой, понятно. И я снова оказываюсь вот прямо вот здесь, да? На своей какой-то там... Да, вот, пожалуйста, я снова вернулся сюда, короче. Ну, я до хрена чего обсмотрел, надо признать, это было достаточно интересно. Теперь, видимо, мне придется двигаться дальше. Буду. Так, моя империя, союзники, враги, империи, задание, пройденный путь, исследованная территория. Вот это, кстати говоря, у меня... А, тут не отображается, да? Ну ладно. А вообще, конечно, надо было, прежде чем идти в центр галактики, надо было где-то колонизироваться. Я как-то об этом что-то не подумал совсем, блин, дурак. Ну там еще, правда, в чем прикол, то когда попадаешь в центр галактики, тебе без вообще какого-либо предупреждения нападает куча мудаков. Я немного не ожидал этого, и из-за этого как-то так тоже получилось не очень разумно это все. Ясно. Оказывается, такая вот инопланетная хрень, аномальная совершенно, она есть даже вот где-то тут у меня, совсем рядышком. Ну что будем делать? Как-то я даже не знаю. То есть мне он говорит о том, что эти гроксы нападут на меня, судя по всему, да? Они из центра галактики там размножаются и скоро прилетят сюда, я так понимаю. Поторопись, говорит. Да и не буду я торопиться. Иди к черту. Мне на тебя вообще насрать. Предотвратить экологическую катастрофу до сих пор. Висит у меня. Так. Инопланетный город. А что мне туда показывать-то, я понять не могу. А, можно взять. Ты знаешь Гроксов, и ты еще живешь на этом свете, весь вид будет восхвалять тебя, Декарт. Чтобы узнать, что скрывается в центре галактики, мы должны уничтожить Гроксов. Ни хрена себе, уничтожить Гроксов? Вознаграждение 25 тысяч. Некоторые общества по охране природы заинтересовались планетой Мессин. Постановили, любые генетические отклонения должны быть отслежены и подавлены. Устранить несколько представителей. Как туда добраться? Роголаз. Светятся хвосты, истреби их всех. Ну ладно, давай этим займусь. Раз я бесполезен с Гроксами, с этими. Займусь хотя бы вот этим. Буду истреблю каких-то там на Мессине каком-то. Какие-то с планеты Мессин или где-то там. Чё бы и нет. Так, давай-ка. Не занятая. Ага, ну как бы занятая. Там какие-то больные вонючие животные живут. Поэтому я их сейчас буду убивать. И тогда будет не занятая, да, тогда я согласен. Так, они светятся, да? Ну-ка, светящиеся. Давай-ка. Кто тут из вас самый светящийся? Ты, да? Есть, один готов. Теперь летим дальше. Правильно я лечу? Да, правильно. О, есть, нашел, хорошо. 2-3, есть, троих убил. И сейчас еще, наверное, 4-5, да, я так понимаю, что сразу двое будет. Есть, все, отлично. Всех грохнул, сейчас быстренько полечу обратно и получу... Ну да, 25 тысяч, это, конечно, деньги, вообще хрен знает какие. Но я в основном это делаю ради какого-то опыта будущего, то есть... Задание это проходить все-таки надо. Вон, мне уже враги уже вылетели мне навстречу. За 600 тысяч я дорого, конечно, расплатился за эти. 25 тысяч, держи. Подзарядка 1400. Так, ладно, что буду делать? Попробую, наверное, попасть вон туда и там поисследовать. Вот на этих вот планеточках. На этих звездах, планетах. Только надо будет пролететь через врагов, конечно, по-быстрому. Я так постараюсь особо. Не это самое. Так, не тормозить. Давай лети, чего ты ждешь-то, блин? Так, есть, хорошо. Прилетел. Есть. О, все, теперь я уже вот здесь, на этой составляющей, на этой части. А раз уж я на этой части, то... Так.
то вот, пожалуйста, теперь я могу прийти сюда. А, по поводу Гроксов и Центра Галактики, в следующий раз, когда я попаду, я обязательно возьму с собой... Ну, у меня, в принципе, есть колония, да, и где-нибудь там буду по ходу их располагать, наверное. Мне кажется, это самое разумное. Так, с кем? Мино, да? Мимино, Хрянон. Это какие-то свиньи по-любому тут живут, какие-то хрюхлики, ну-ка. Как они выглядят? Нет, я не угадал. Больше похоже на динозаврика Дина из Флинстоунов. Поговаривают о твоей встрече с Гроксами. Это правда? С ума сойти. Мы однажды сталкивались с ними в центре галактики. Они враги всего живого. Ремонт, подзарядка. Ну, давай, не будем заморачиваться особо. Ремонтируемся, подзарядимся. Что у этих можно купить? Вулкан, ледяной дождь, понятно. У этих такой невоенный набор, да? Здравствуйте, задание. Так. Так. Избавить планету от хищников. Ага. Отправляйся на планету Вель. Шатунишка, светятся хвосты не менее 5. Убивать беззащитных животных, я с вами, да. Значит, вылетаю и готовлюсь убивать беззащитных животных. Это вот реально, это задание несложное. Животные мало того, что никак не атакуют тебя, так... Ох, что это сейчас было? Прикольно. Вель, да, вот она, планета Вель. Давай, я готов. Я готов, как говаривает губка Боб квадратный. Давай, оп! Двоих угрохал. Летим далее. Сейчас будет третий, четвертый, пятый, правильно? Стоп, я мимо пролетел, да? Они, как назло, где-то под деревьями шарятся эти. Вот, ну, козлы, а? Ну, просто нет слов. Чтоб все, чтобы мне подгадить. Все равно же убью. Три, пожалуйста. Троих грохнул. Так. Где-то светится, нет? Вообще классно, блин, болеть такой болезнью, когда у тебя что-то светится. Когда все видят, грубо говоря, что ты больной. Убил. Ага, и последний, да? Последний будет где-то вдалеке. Я просто... Мне казалось, что там двое, но нет. Как оказалось, там всего один, и вот один здесь. Па-бам, все, отлично. Раздал по самой не хочу. Теперь возвращаюсь назад. Да, центр галактики, это, конечно, суровое место. Я даже не совсем понимаю, в каком тогда состоянии мне туда лететь, если там настолько все жуть. Жуть как сложно. Но сейчас возвращаюсь, получу свои деньги. Может быть, даже союз заключу сразу, я вот не уверен. Спасибо тебе. А что значит спасибо тебе? А денег не надо за это, да? То есть, дипломатия. Союз. Мы едва знакомы. Еще один вопрос. Дипломатия. Ну, с торговлей-то явно не получится ничего. Ладно, раз мы едва знакомы, надо попробовать. Кобелина? Ну уж. Ух ты. Ничего себе, они тут хорошо живут. Сразу у них там везде свои какие-то города. Страны. Прости нас на прошлой неделе. Не спеши. Чё там на прошлой неделе? Экспедицию? Нет. Не могу. Не могу. Прямо сейчас не могу. Пошел нахер со своей экспедицией. Я знаю, чем это заканчивается. Экспедиция, это значит, я должен буду летать и все сканировать. Вот слова экспедиция, я даже их не употребляю. Это же Декарт. Какое облегчение. Мы думали, на нас напали. Задание. Нам часто нужна помощь, не просто распространять по вселенной сеть жизни. Давай обсудим. Так, может, наладишь контакт? Наладишь контакт. А наличие космической цивилизации. Надо наладить контакт. Это, в принципе, выполнимо, да. Выбери подходящего жителя, привези сюда. Только так мы сможем узнать, живут ли они в гармонии с природой, или просто жадно черпают ее богатство. Или черпают, да, если бы я был грамотным человеком, я бы сказал правильно. Куда мне надо лететь? Сюда, да? Харрис? Предотвратить экологическую катастрофу. Не хочу, блин, найти жителя из Империя Обергрупп. Откуда? Найдите в звездной системе Каларция планету Кленис. Сейчас, Каларция, да? Каледышка, Иксонка, Поли. Не знаю, мелкомерт какой-то. Кобелина. Лундий. Огила. Ябли. Ебли, да, я согласен. Тали. А, это... О, Каларция. Есть, нашел Каларцию. Давай, ой, там еще какой-то вот, пожалуйста, какие-то круги тоже.
Тоже еще туда можно. Так, Кленис Империя, ну-ка. Ты выглядишь непривычно, друг. Как тебе обращаться? У меня мирные намерения. Все духовные существа не желают ничего более мира. Так, вот ты вот мирный, да? Это очень хорошо, что ты мирный. Это что? Еще какое-то достижение получил? Путешественник 3. Хорошо. Значит, я теперь путешественник 3. Это, наверное, потому что я посетил там где-то 100 звезд или что-то в этом роде. И раз я такой крутой, то я... И раз вы не умеете, ребята, сражаться, что, кстати, очень хорошо, то я украду одного из вас. Я надеюсь, вы мне ничем не ответите. Давай-ка. Ну, вот этого давай. Так, есть, хорошо. Хорошо, одного перса взял. Вернуться на планету Кондраона, звездной системе Ангулитил. Сейчас вернусь. О, вот тут мне теперь показывают конкретно, куда лететь, чтобы я не запутался. Это вот... Это куда ты, правильно? Ты правильно? Вот сюда, вот сюда. Вот сюда я тебя звал. Давай, Кондраона. Отлично. Ух ты, Абергрупп, поразительно. Мы отдадим своих детей в рабство. Я продам почку, но ты получишь 120 тысяч. Хорошо, спасибо. Почку, только если мне. Я бы купил у тебя почку, чувак. Мне кажется, что можно выгодно продать потом. Союз? Опять мои два знакомых. Что ж такое? Сейчас заданий нет, попробуй пойти. Эх, блин. Никак не получается у меня прям с ними подружиться. Ну, давай вот с этими еще пообщаемся. Сейчас у них задание тоже возьмем, тоже заключим союз. Прости нас на прошлой неделе. Торговля. Стоп. А, ну хотя, кстати... Можно вроде как продать нехило так. Ну, нет, это, конечно, не нехило, но все равно это красная... Красная плесень, блин. Красная пряность ни хрена не стоит. Тебе нравится растение? Так. Ага. Ну, нужно найти растение. Все, я понял. Сирене красень нужно найти. Хорошо, сейчас найдем сирене красень. Никаких проблем. А, где он там? Планета Вель, Эпарт. Звездная система, Эпарт, планета Вель. Каларция. Эпарт, планета Вель, пожалуйста. Вот оно находится. Сейчас где-то тут разберемся. Так, спускаемся. Воруем растения. Мы все время воруем. Либо мы воруем какие-то артефакты, либо мы воруем людей, существ. Либо вот, пожалуйста, растения тоже воруем. Почему бы и нет? Ну, это было быстро. Это было очень быстро, надо признать. Я прямо там вот, прямо над ней, можно сказать, я и залетел-то в атмосферу данной планеты. Прямо над этим растением. Так, хорошо. А кто мне выдал задание? Вот эти, что ли? Задание выполнено. Возвращайся в звездную систему. Спасибо, вот твои 60 тысяч. Нормально. Союз. Погоди, мои два. Никак они не хотят прямо со мной дружить. Сволочи такие, а. Очень были заняты решением проблемы на прошлой неделе. Что было на прошлой неделе? Я, может, бухал, я не помню. Так. Чтобы на прошлой неделе вы мне сильно были нужны. Приветствуем тебя, дитя природы. Исследовать местных существ? Звучит страшно. По-моему, это не то. Извини, не могу. До свидания. Исследовать я никого не хочу. Может быть... О! Вы нарушили границы нашей территории. Скажите спасибо, что мы еще не объявили войну. А пообщаться? Нельзя? Стой! Назови себя, блядь, кто это? Что это за срань? Я даже не знаю, как это назвать. Это самое смешное существо, которое я тут видел. Птица-говорун. Ну, это видно, да. Пока будешь подчиняться, у нас будет мало поводов для ссор. Подзарядка, задание. Хорошо, что пытаешься нам угодить. Так, стали опасными. Просим тебя справиться с этой ситуацией. Ненужные существа ярко светятся. Убивай, убей всех. 45 тысяч, куда мне сейчас? Берусь за задачу. До свидания. Полетели. Сейчас будем ублажать наших телепузиков военных. Наших птиц-говорунов. Ух, куда далеко они меня... Они меня конкретно так просят полетать, а? Так, планета Мино, да? То есть вот это вот самое заглавное. Самая заглавная планета, на которой я сейчас и полечу. Значит, на этой планете мне нужно убить несколько зараженных существ. Но тут, правда, блин, я еще с ними союз не заключил. Ладно, они же заражены, правильно. Зараженных грех не убить. Ну-ка, давай, кто тут? Раз, два. Двоих.
Вот так двоих сразу четко прилетел и отстрелил. Троих, кстати говоря. Блин, этот город вообще нехрен делать захват. Захватить легко, короче. А может и нет. Не, атакуют, сукины дети. Вон желтые полетели, вот точечки на радаре. Так, где? Вот город, пожалуйста, вот. О, вон, вонючка бегает какая-то. Где-то там. 4, хорошо, попал. Блин, не попал. Сейчас, секунду. Ну где, он прям гоняет тут, я ж видел след. Ни черта не понимаю. Вот этот, поди, вглядись ты во все это говно. О, прилетели, орут, гудят, господи. 10 часов вечера они так орут, твою мать, не орите. Да где этот? Ага, все, нашел, типа. Есть. Наконец-то. Все, больше эти сраные истребители не будут шуметь. Я лечу отсюда. Хотя нет, прежде чем я отсюда полечу, я вот украду что-нибудь здесь. Раз уж я украл жизни некоторых жителей, почему бы не украсть какой-нибудь артефакт, если он тут будет, да? Вот, пожалуйста. Так, воруем. Берем. Пожалуйста. Отлично, не зря слетал. Это можно будет неплохо продать. Так, вот у меня уже, кстати, 800 тысяч, я смотрю. Все-таки я межзвездный двигатель-то свой, что называется, окупил. Так, давай сюда. Куда? Вот здесь вот, да, я был? Эхезу. Надо вернуться на планету Эхезу. Да, все правильно, сейчас вернемся, сейчас пообщаемся. Так, Декарт, наш гнусный план работает по одной звездной системе за раз. Еще несколько миллиардов лет, и вся известная галактика будет знать, в чем твоя вина перед нами. Ты прямо напрашиваешься на неприятности? Вот награда 45 тысяч. Мало того, этого и не пойдет в список. Ну, про список говорят все воинственно настроенные расы здесь. То есть, не воинственно настроенные говорят про гармонию, единение с природой, а вот воинственно настроенные, они про список какой-то. Список, я не знаю, расстрельный список или список евреев, которых нужно куда-то там отправить, в газовую камеру, например. Я не знаю, что у них с фетиш списками, но я туда не попаду, слава богу. Если какая-нибудь работа, уточнить, дипломатия. Союз. Не заключает союзов, да? С недостойными. Ну ладно. Говори быстро, не трать наше время. Так. А, все, вспомнил. Я же хотел им продать артефакт. Давай-ка, торговля. Это все такой дешевый. Не, мне что-то кажется, можно лучше продать. 22 тысячи 50, это какая-то херня. Это враги или что? Нет, не враги. Это вроде как свои люди тоже. Абергрупп. Наш сеанс ароматерапии прерван из-за тебя. Так, ну давай-ка, очень нужно. Дикари начинают стрелять. Может, ты покажешь им, что за стрельбу надо отвечать? Ну-ка. Города планеты Вель погрязли в техногенной убогости. Местные жители были бы менее агрессивными, если бы жили свободно на луне природы. Так что разрушь, пожалуйста, все их города. Терпеть их не могу, берусь. Нет, даже не надейтесь, идите нахрен. Я как бы не очень хочу сейчас опять с кем-то портить отношения. Хотя, может, я уже с ними портил отношения, но... Я не хочу сражаться вот это долго и нудно. Может быть, как-нибудь потом. Я сейчас просто записываю вторую серию подряд, в одной из которых я уже сражался. Говорит, на связь надо выйти. Что я сделал-то? Даже ты. Так, задание. Давай побеседуем. Я хочу лишь одного, жить в гармонии с природой, а грусть истинно прекрасное ее творение. Если привезешь мне такое существо, обещаю его кормить, поить, дрессировать и окружать всяческой заботой. Мне похер, ты мне заплати просто. Водятся они на планете дурков, поможешь? Ну пожалуйста. Какая щедрая душа. Удачного полета. Он даже денег не предложил. То есть это я бесплатно опять буду шариться? А погоди, кстати, раз уж я здесь. Подзарядка, торговля. Не, никакой торговли нет. На планете дурков. Грусть обитает на планете дурков. Это вот там где-то? Аренец. Звездная система Аренец. А, вот он, Аренец. То есть рядом с вот этим кругом, я так понимаю, нужно искать, да? Когда этот круг появляется, значит где-то рядом с ним находится нужная нам звездная система. Хорошо, сейчас найдем грусть и доставим ему этот сраный грусть. Посмотрим, к чему это приведет. Может быть, он все-таки
хоть что-нибудь мне заплатит, козел. Или союз можно будет какой-нибудь там замутить, или еще что-то в этом роде. Ну и чё? Да вот эти вот маленькие твари. О, грусть, действительно. Да вот это вот он хочет ухаживать за ним. Вот за вот этим вот. Боже мой. Какой ужас. Пора вернуться в звездную систему Абар. Ну ладно. Давай вернемся в звездную систему Абар. Принес я 15 тысяч, как было условлено. Вообще-то никак не было условлено. Ну ладно. Дипломатия, союз. Заданий больше нет. О, ух ты. Деятель 5. Выполнено 50 заданий. Камуфляж, голограмма, разведчик. Вот, пожалуйста, немножечко. Немножечко все-таки продвинулся за 35 минут. И такое бывает. Но мне все-таки кажется, что мне надо вот с этими ребятами закончить. И мы уже вот-вот станем союзниками. Надо, наверное, одно задание выполнить, я так понимаю. Так. Никаких просителей. Спасибо за прием. Хорошо, что пытаешься угодить. Все башни на планете Элейлси, не спрашиваю почему, но нельзя уничтожать другие здания или граждан. С хирургической точностью. Устраивает? 75 тысяч. Ладно, иду. И еще. До свидания. Все башни разрушены. Ну, это я, в принципе, думаю, справлюсь. Это для меня уже как пара пустяков, учитывая, сколько я всего понаразрушал везде подряд, где только можно. Причем это в рамках той же самой, получается, империи, что ли? Или нет? Нет, другая какая-то. У меня с ними, кстати, отношения, это, блин, неплохие, близки к союзу. Может быть, я сейчас... Ну, я надеюсь, они не слишком разозлятся из-за башен. Ну, это ж какие-то башни сраные, что тут такого? Так, вон там город. Вон тот. Сейчас. Ага, вижу, все. Отлично. Где тут у нас... Это вот эта башня? Вот эта башня, да? Не понимаю. А, вот башня. Ни хрена себе. Ну-ка, башню я все-таки разрушу до того, как... Ах ты, блин. Черт возьми. Давай, просто буду разрушать башню, не отвлекаться. Мне нельзя убивать никого лишнего. Да, блин, а, чуть-чуть не... Я хотел башню разрушать и параллельно лечиться. Я даже не успел. Я даже не успел долететь. Так, давай еще. 9 минут мне дано, да? Ну, за 9 минут, я уж думаю, успеют. Все башни. Там одна башня, по-моему, если я не ошибаюсь. Я только одну, по крайней мере, видел. Давай вылетай быстрее отсюда. Где это? Куда это нужно лететь? Где само задание? Мино? А, это аж вот там вот? Или что? На планете Элейсли. Так, я не понимаю, а куда это... Где я вообще был? Я ж, по-моему, куда-то сюда прилетал, да? Аргель. Хрякан, блин. Так. А, вот, все, понял. Чуть дальше просто. Чуть дальше, сейчас прилечу. Сейчас все будет. Теперь, благо, это не в центр галактики лететь, поэтому тут уже покруче. Ну что, кстати, это было реально интересно, вот, долететь до центра галактики. Правда, до самого центра я, конечно, не долетел. Видимо, игра рассчитана таким образом, чтобы я туда и не попал сейчас. Я недостаточно мощный для этого. Попасть сейчас в центр галактики, это все равно, что в первой готике, в самом начале игры, попереться в лес, грубо говоря. Тебя тут же накуканит. Ничего, ни к чему хорошему это же не приведет. Она опять, эта башня чертова. Блин, эта сраная башня, она опять полностью восстановлена. Твою мать. О, и меня уже вовсю начинают долбить. Так, где там? Батарея, большой ремонтный набор, давай. Давай уничтожай башню, сраный гондон. Ну! Уже вот-вот. Есть! Все, вылетаю отсюда. Я успею. Я выживу. По-любому, я верю в себя. Давай. Сейчас они будут в меня стрелять, но ничего, это не страшно. Я еще потом с ними тоже, я думаю, союз подзакреплю. Так, мне же нужно сюда, правильно? Светится эта хрень. Перья, птица, говорун, дурков. Давай. Мое почтение. Не туда полетел. Ничего себе, у них ремонт 91 тысячу ждет. Звездную систему Малея. Пырна.
Молея, вот сюда. И потом надо, кстати, еще сюда залететь. Что это такое? А, это две планеты между собой, грубо говоря. 75 тысяч, ура! Дипломатия. Ну, давай, что ли, сотрудничать. Опять говорит, докажи. Опять говорит, докажи. Я только что башню уничтожил ради вас, козлов. Ну, хорошо, давай, давай попробую доказать. Вот, вот сюда попробую прилететь и здесь доказать. Сейчас, сейчас я с ними подружу. Я хочу подружиться с этими тварями в масках. Прям, прям очень. Мое почтение. Говори быстро и не трать. Пару дел. Срочная работа на краю галактики. Изучить. Есть одно обстоятельство. Идите нахрен. Изучать я ничего не буду. Я уже говорил, мне это не удается. Так, сюда. Пырна. Это что еще такое летит? Ох, какая пырна. Мощная. Здравствуйте. Задание. Так, на планете Вель. Может, справишься с этой деликатной миссией? Нужно войти в контакт с новой космической цивилизацией. Это легко. Привези, пожалуйста, одного из ее представителей. Берусь. Отлично. До свидания. Все. Ну, это уже попроще. Кстати, надо бы отремонтироваться, блин. А? Я смотрю. Ну, хотя, с другой стороны, а зачем? Я и так неплохо, наверное, справлюсь. Вель, да? Пора найти. Вепард, планету Вель. Да, о, как я четко попал. Я вообще наугад буквально, можно сказать, ткнул. И так сразу, да? И теперь оттуда надо украсть. Блин, я с этими ребятами прям... Ой, отношения портятся, портятся. Сейчас еще украду одного из них. И совсем плохо будет. Ну давай, так, одного из жителей планеты Вель, да? Давай вот этого, например. Все, украл. Я горю, у меня реально пердак горит просто целиком и полностью. 621 элемент. Но я надеюсь, что мы сейчас с ними... Как бы я рассчитываю, что мы станем союзниками вообще-то. И после того, как это произойдет... Куда? На эту планету? Да, да, на эту. После того, как это произойдет, они по дешевке будут меня лечить. Вот твои 45 тысяч. Есть другие поручения, дипломатия... О! Отлично! Торговля! Почему ты предлагаешь нам воровать собственную казну? Ладно, торговлю не буду. Я с этой торговлей, видать, что-то не понимаю, потому что никто не хочет. А, потому что я слишком бедный, да? Я должен быть богаче, побогаче, чтобы торговый союз следовать. Основывать, господи. Так, до свидания. Ничего, ничего, говорит, не получилось. Так, ну ладно, на этом пока сохраняюсь. В принципе, союз осуществился. В следующий раз, наверное, что сделаю? Да хрен его знает, что я сделаю в следующий раз. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарий, ставьте лайк, открывайте описание к ролику. Там есть плейлист на спор. Есть куча других плейлистов на кучу других игр. Есть ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.